Всем доброе утро. У меня уже подсыхает маска на лице. Сейчас пойду смывать. Я сегодня, кстати, наносила маску от европейского бренда Sapio. У меня по уходу сейчас я использую вот эту вот линию Acerola с витамином С. Несколько средств у меня есть, уже пользуюсь около месяца и, конечно, очень нравится результат. Несколько раз в неделю использую маску. Вот сегодня с утра для того, чтобы кожу подготовить к макияжу, чтобы она целый день у меня сияла, была свежая, в общем, красивая, я использую эту маску. У нее вообще очень-очень много классных функций, действий. Она и защищает кожу, она ее подтягивает, дает ей сияние. Если кожа с пигментацией, как у меня, она ее осветляет, дает жизненную энергию, подтягивает, разглаживает мимические морщинки. Так что эта масочка омолаживает и хорошо восстанавливает кожу. Вот сейчас буду ее смывать. Кстати, надо выпить еще коллаген, тоже принимаю от этого же бренда. Вот этой бутылки хватает на целый курс, на 20 дней. Достаточно колпачка 25 миллилитров для ежедневной дозы, для поддержания в хорошем состоянии кожи, волос и ногтей. Вот у меня очень часто спрашивают, как я поддерживаю хорошее состояние. Я пью коллаген. У него очень приятный вкус. И в составе здесь есть и группа витаминов B5, B6, B7, B12, витамин С, гиалуроновая кислота, конечно же. Так что реально очень полезная штука. Принимаю каждое утро. Смыла маску, теперь я наношу серум из этой же линии. У него очень такая легкая гелевая консистенция, полупрозрачная. Несколько горошин выдавливаю, растираю по рукам и наношу на лицо. Кстати, очень приятный аромат, дает увлажнение, не знаю, на 72 часа. И тоже хорошо подходит для кожи, которой нужно восстановление, осветление, для кожи, которая нуждается в защите. Здесь в составе есть молочная кислота, которая улучшает эластичность кожи. Компоненты все производятся в Германии, в Швейцарии и в Швеции. То есть сырье очень качественное. Дальше я буду использовать крем. Я, кстати, люблю очень герметичные упаковки, которые имеют вот такой вот дозатор. Тоже два нажатия, более чем достаточно. Я наношу и на шею, и на зону декольте, и на лицо. Везде мне хватает. Очень комфортный, приятный аромат. Крем вообще подойдет любому типу кожи, потому что в него очень много крутых функций. Во-первых, здесь в составе витамин С, и причем большая концентрация. Он хорошо осветляет кожу, хорошо ее восстанавливает, питает, увлажняет, дает ей сияние, борется со всеми признаками старения. В общем, очень-очень классная линия. Я уже пользуюсь целый месяц, и безумно моей коже все нравится. Я буду делать легкий макияж. Выбор у меня пал на Dior Skin Glow, оттенок 1M. Такой будет экспресс-макияж. Сегодня, кстати, Маргарита у нас именинница. Вот, она сейчас у бабушки, а мы с Катюшей дома, и мы договорились, она ничего не знает, мы договорились встретиться в центре на Крещатике. Так, нужно было зеркало, чтобы распределить тон, потому что я в окошко камеры не сильно вижу, что я делаю. Дотушую немного кистью. Так, дальше консилер. Консилер мой фаворит, показывала от Дебора. Оп, оп. Есть. Нужно, наверное, поменьше кисточку взять. Оп.
и быстренько распределяю. Это такой мой очень быстрый ежедневный макияж. Я крашусь, кстати, минимально. Раньше я любила более интенсивные макияжи, но сейчас как-то я прям совсем немножко. Мне главное качество кожи. Я сейчас очень-очень борюсь активно с пигментными пятнами, потому что я хочу минимум макияжа, максимум свежести и хорошего качества кожи. Здесь тоже нужно немножко консилера. И просто потом фиксирую гелем для бровей. Он такой серо-коричневый. Просто прочесываю вверх. Когда мне говорят, что «Ой, ну у тебя же брови хорошие», у меня такая ухмылочка на лице появляется, потому что моих бровей у меня мало, несмотря на то, что вам визуально кажется, что их много. Но вот эта вот вся часть, она вся прорисованная полностью, там нет ничего. Так, пудра у меня Виши. Фиксирую все пудрой. И очень люблю для свежего, как говорится, румянца вот эту палетку от Art Deco. Здесь какой-то прям идеальный оттенок румян, просто идеальный. Я не знаю, как это можно было все так придумать, но каждый раз, когда я делаю эти румяна, мне очень нравится, как свежо выглядит лицо. Вот я просто, так как здесь сразу в комплексе и бронзер, я все, три в одном, как говорится. И мой быстрый макияж, он вот всегда вот такой. Тушь у меня будет коричневая, это Lilo. Короче, накрасила сначала яркие губы, потом просто передумала, вытерла и сделала нейтральные. У меня так бывает очень часто, кстати. Слушайте, я еще сегодня помыла волосы. Я вам как-то в видео показывала Эльсеф для блонда. И сразу видите такой немножко пепельный оттенок. Маска у меня давно закончилась. Сейчас я использую иногда шампунь. И вот я шампунь нанесла, подержала 5 минут. И, в принципе, такой сразу пепельный оттенок закрасила. С днем рождения! Такое ощущение, что мы не живем вместе. Я такая, о, с днем рождения! Большая уже, смотрите, уже практически одного роста со мной. Вот. Только мне сколько годков? Я тут 13. Опа, взрослая девушка уже. Короче, мы приехали с девчонками на Крещатик. Идем сейчас в ресторанчик. Вот. Погода сегодня просто шикарная. Я вообще в кожаной куртке, представляете? Ну, такой легенькой очень. И с коротким рукавом в футболке. А, погода туда-сюда, но пока радует. Это прям приятно. Солнечный, хороший, счастливый день. Реально, моему ребенку 13 лет, я в это не верю. Как быстро пролетело время. Просто вот в голове не укладывается. Мы увлеклись, фотографировались, конечно же, делали заказ, уже очень-очень так интенсивно поедаем тортики, да? В общем, приятного нам аппетита, приятного аппетита всем, кто кушает. У нас такой мини-праздничный обед с семейными девчонками. Мы в грузинском ресторанчике, вот, так что классная музычка, атмосфера. У нас все тут это домашнее, игристое. Очень, кстати, вкусная. Такое типа на сидр похоже, но меньше газиков. Очень вкусно. Да нет, мама. Так, Ритулечка Наполеон. Риташ от бабушек едет. Поэтому там накормили ее перед выездом. Она ж не знала, что мы пойдем на обед.
Вот, здесь у нас хинкали, Катюшечка с сыром взяла, и салатик у меня. Обещала вам показать ботинки, потому что сапоги многие оценили, спасибо большое, мне очень нравится действительно модель, мне кажется, что вот супер для базы, если вы там под юбки, под леггинсы, не знаю, под платья, вообще вариант. Покажу, какие ботинки я купила. В ботинках я сегодня, кстати, тоже ходила. На мне вот кожаные штаны, так не очень видно. И я ходила в ботинках, хотя очень тепло на улице, я сверху просто кожаную куртку накидывала, и вообще, ну, кстати, вот ногам жарко не было. Вот такие ботинки я взяла, так, поставлю один, о, покажу вам. Вот, подошва тут не очень какая-то высокая, они кожаные, здесь просто на шнурках и застегиваются, но безумно удобные. Кстати, заказала еще торт для Ритули, но она об этом не знает. Мы сегодня так вот сходили просто на обед, да, чтобы ощутить все-таки атмосферу праздника, день рождения, но мы никаких там застольев не устраиваем, родственников не приглашаем, то есть у нас там просто поздравлялки, то есть Ритуля была у бабушки, ее поздравили, крестная моя сестричка двоюродная приедет в понедельник, поздравит ее, вот, а мы пошли, просто сходили на обед, и сегодня вечером, я думаю, мы попьем чай с тортиком. Я заказываю у одной и той же компании все время на заказ, и выбираю реально одну и ту же начинку, я ее просто обожаю, там получается шоколадный корж, чиз, крем-чиз и соленая карамель, соленые орешки, да, и соленая карамель, короче, там просто так это все вкусно, конечно, это прощай диета, но в честь дня рождения ребенка, ой, можно позволить себе такую вкуснятину, короче, она об этом не знает, и к вечеру как раз привезут торт, вот, так что мы еще почаевничаем. А завтра Ритуля уже пойдет с подружками, ну, она уже девушка, скажем так, со своими интересами, взрослая, и у нее есть 3 подружки, то есть они вчетвером пойдут уже в... Наверное, суши покушают, короче, они там сами выбирают место, я просто даю денежку, и они идут уже компанией своей отмечать. И заметила вот это. Не получилось скрыть сюрприз, в общем, у нас тут в холодильнике торт, но доставай уже, раз увидела, доставай. Аккуратненько раскрывай. А я так оказывается, вау, он такой красивый. Обычный вечер. Подумаешь, каждый день такие так-то едим. А кто его пытался съесть? Никто. Смотри, тут Орео. Рита ж любит Орео. И куча соленой карамели. И, кстати, это этот, Сникерс. Это соленая карамель. А выглядит как соленая карамель? Обычная карамель выглядит так. Соленая. А соленая выглядит так же. Ну, ты угадала. Я, как по традиции, заказала самый вкусный. Вот тот наш самый любимый. Да? Ну да. Режем торт. Просто класс. Кстати, так прям даже удобно. Видно, где резать. Так аппетитно выглядит. Mm-hmm. Ну что, первый кусочек именинницы достаем. Надеюсь, я смогу достать его. А, вы только посмотрите. Это просто кайф. Надеюсь, вы не на диете. Я не буду смущать вас этими кадрами. Опа. Обалденно. Так, следующий. Раз. Следующий. Сказал заведующий. Да, давай. Давай. Сюда. Ну и следующий. Все. И тут еще чай заваривается. В общем, мы приступаем к поеданию вкусного тортика. Еще раз с днем рождения, красоточку. Спасибо. И на этом мы заканчиваем влог. Уже темно, света нет нормального. Все, всем пока-пока. Пока.